Привет, меня зовут Олег. Сегодня мы будем открывать штучки для спецагентов. Всем привет! И сегодня у нас игрушки из серии Spy X. Ну что, приступим? Я хочу начать с бинокля. Вот такой вот бинокль был внутри коробки. Здесь есть колесико и кнопки с двух сторон. Так, держи. Я вижу красный. Здесь написано, что с помощью этого бинокля можно смотреть не только днем, но и ночью тоже. Колесико, то, что сзади, обозначает фокус. Эта кнопка включает и выключает свет. А эта кнопка переключает с красного света на белый. А вот эти лампочки освещают на расстоянии 7,5 примерно метров. Ну что, Даник, как идет? Нормально. Даник, мне кажется, здесь нужно батарейки поставить. Да. А ну-ка, включай. Ох ты, свет загорелся. Обалдеть. Красная лампочка зажглась. Ну-ка, а ну-ка переключи на белую. Тут? Там есть второй переключатель. Ух ты! А два сразу не горят? Не горят, да? О! О, там видно кусочек Даника. Видно что-то. Ну подожди. О! Эй! Но этот бинокль не приближает и не отдаляет, просто вот он такой прикольный и светится. Данику понравилась игрушка. Даник, что следующим открываем? Вот это. А эта штука меняет голос. Тут есть две кнопки. И, так, подожди, она записывает, она проигрывает и она изменяет голос. Ух ты! Ну-ка, скажи что-то. Алло. Алло. Она записала твой голос. Я сейчас попробую что-то сказать. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ну-ка. 1, 2, 3, 4, 5. Она замедляет голос, эта штука. Ставь лайк. Не ставь лайк. Не ставь лайк. Сейчас мы открываем датчик движения. Сейчас посмотрим, что это за датчик движения такой. Вибрирующий сенсор, который засекает любую активность. Можно поставить это в любом месте и защитить свое имущество, тут написано. До 1,5 метра засекает движение. Вот такая вот она штука это. Здесь есть кнопочка. И чего? Наверное, батарейки нет. Там загорелась уже кнопочка, лампочка. Ой-ой-ой-ой-ой, твоя рука, Даник! Даник поставил батарейки, она сразу запищала. Что эта кнопка дает, интересно? А, вот она. Все, все. Ку-ку. Я поняла. Значит, эта позиция кнопки включает режим вибрации. То есть, когда что-то соприкасается с предметом, тогда она сигнализирует. Ладно, давай на движение. Не происходит. А теперь без стука, чтобы вибрацию не создавать. Ой!
руку поставил. Стой. Даника, она тебя засекла. Вас засекли. Хватит. Как его выключить? Посерединке, да, надо поставить? Теперь откроем подслушивающее устройство. Подслушивающее устройство есть у Даника. Оказывается. И что умеет наше подслушивающее устройство? А ну-ка. Это съемный наушник. Микрофон. Тут есть клипса, которую можно прицепить к одежде. Ой, что происходит? А эта штука собирает голос как-то? Ну-ка. Это снимается. Наушник. Это одевается на одежду вот так. И ты, по идее, должен больше слушать, да? Лучше слышать. Ты слышишь лучше, Даника? Я громкая? Алло. Ой, алло. Наверное, так не надо делать. Алло. Тут также есть кнопка включить-выключить. Даник, это подслушивающее устройство. Это через стену соседей подслушивать. Представляешь, Даник? Можно. Держи. Знаешь, Даник, для чего это пригодится может? Для чего? Телевизор тихо включаешь так вечером, чтобы никому не мешать. Вставляешь наушничек и все слышишь вокруг. Даник, там дядька какой-то на улице разговаривает. Одень наушник и послушай. Ну, хорошо дядьку слышно? Я слышу двери. Дверь захлопнули, да? Даник, этот дядька и не подозревает, что мы его слушаем, прослушиваем. Сердцебиение, оно мое не улавливает. Да, и мое тоже. И у нас осталась какая-то крутящаяся голосовая бомба. Даник, тебе интересно? Конечно. Ну-ка, чего там? Сейчас мы посмотрим, что это за бомба такая. И что тут у бомбы есть? У нее есть микрофон, у нее есть 4 датчика движения. Что еще? Тут, оказывается, есть еще какое-то записывающее устройство. Вот, и записывающая кнопка. Ну и, конечно же, кнопка включения-выключения. Ну-ка, давай посмотрим, как эта штукенция работает. Тут, наверное, тоже батарейки надо вставить, да? Там уже лампочка какая-то загорелась. Видел? Вон из моей квартиры! А ну-ка убери ручки. Убери руки. Даник, у нее датчики движения. Подожди, не шевелись. А знаешь что, Даник, стоп! Ну, выруби ее уже, выруби! Даник, а это же в сумку можно положить. Представляешь, бросаешь в сумку, заталкиваешь туда руку, а там что-то орать начинает на тебя. Взяли рюкзак Даника. А можно вообще вот так сделать. Так, сейчас мы запишем сердитый голос. Вытащи отсюда руку! А ну-ка. А теперь сделаем так. А теперь положим эту звуковую бомбу к Данику в рюкзак. Даник, достань свой пенал, пожалуйста.
Он кричит, вытащи отсюда руку. Даник, там есть еще что-то? Ну-ка, посмотри. Даник, а теперь положи свой пенал на место, пожалуйста. Сколько? Ну, мне надо идти. Куда? В школу. Даник уже собрался в школу. Мне кажется, Даник что-то решил взять в школу завтра. Вот. И поэтому ему просто не терпится уж туда пойти. Больше всего мне понравились вот эти две штуки. Вот это записывающее устройство, которое искажает голос. И вот эта орущая бомба. А тебе, Даник, что больше всего понравилось? Эта штука. Подслушивающее устройство. Если вам понравилось видео. Пока-пока!